В Керчи следователи выяснили новые обстоятельства дела о трагедии в политехническом колледже. На вопросы сотрудников правоохранительных органов сегодня ответила бабушка убийцы. Она рассказала, Владислав Росляков украл у нее 20 тысяч рублей. Возможно, эти деньги он и потратил на покупку оружия. Напомню, страшные события произошли в среду. Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в здании колледжа. 20 человек погибли, студенты и преподаватели, более 50 ранены. Сегодня было объявлено, еще двоих пострадавших перевезут на лечение в Москву. Решение принято после консилиума. Чтобы помочь коллегам, в Крым прилетели представители Минздрава и бригада реанимации.